Привет всем! Сегодня хочу показать вот такой вот аппарат старинный. Это трамбовательный аппарат. Вот его нога, которая шлепает. Тут стоит внутри мощная пружина, редуктор, который все это дело дергает, и она прыгает на месте, трамбует. Ручки вот такие. Ну, ручки родные где-то потерялись, найти не можем. Поставили прутки. Так они тут с амортизаторами имеются. Тут имеется включатель, который его включает, выключает. Работает она также на 380, по 3 фазы, по 220 вольт, через понижающий вот этот трансформатор. Вот, я его уже показывал. Вот такой вот трансформатор понижающий. Подцепляется на 380, понижат 3 фазы по 220. И вот это его модель. Двигатель вот трехфазный. Ну, как 3 фазы по 220 вольт. Модель здесь плохо видно, вот, ну сколько тут покажу, а так тут не поймешь ее, тут за проводом она, толком-то ее не показать, эту модель, вот, все близко, все вплотную, ничего тут не видно, толком, ну вот, сколько могу, столько покажу, вот, такая модель. Сейчас мы ее включим. Здесь вот выкол. Здесь выкол. Ручки вот эти амортизационные. И вот она шлепает. Сейчас мы ее подцепим и покажем. Так, сейчас мы включим ее, эту конструкцию, и покажем, как она работает. Так, врубаем. Вырубилась. Во. Короче, вот такая конструкция. Так врубается.